была в балете «Сами в саду», судьбой балетного премьера, которая непримиримо диктует свои условия и заставляет отступать именно тогда, когда ты находишься в зените славы. Когда это случится? Через год? Два? Пять? Даже страшно подумать. Когда меня спрашивают, сколько я еще буду танцевать, я отвечаю, пока не умру на сцене во время спектакля. Я хочу жить и танцевать 100 лет. Наверное, в каждом театре складывается такая ситуация, когда вдруг не хватает солистов. Так произошло и в Большом. Меня пригласил Леонид Михайлович Лавровский и предложил станцевать Базиля в Дон Кихоте. Нужно ли упоминать, что я не сомневался ни минуты, был готов и ждал этого давно. Я ловил на себе недоуменные взгляды. Посмотрим, как он с этим справится. И чувствовал в себе здоровую злость. Не справлюсь? Этого не может быть. Не такой у меня характер. Все 400 лет, сколько существует классический танец, не прекращаются споры о том, чем же на самом деле является балет. В первую очередь балет — это танец. Танец как сама жизнь, как время, как вечность. Он одновременно материален и иреален. Он возрождается и умирает в один и тот же миг, в одно и то же мгновение. Часто думаю о Плесецком. Все наши премьеры и дебюты всегда сопровождали творческие споры, поиски и находки. Каждый из наших дуэтов являлся неким творческим соревнованием, что придавало выступлениям особое настроение. Я имел редкую возможность так долго быть партнером гениальной балерины. Это, конечно, не щедрый подарок судьбы — быть свидетелем ее триумфов. Когда бесцеремонные журналисты меня спрашивают, скажите, Марис, вы действительно были женаты на Майе Плесецкой? Вас это абсолютно не касается. Мы с Майей Михайловной дали друг другу джентльменское обещание не касаться этой темы в публичных выступлениях. Узнавайте подробности, когда нас уже не будет на свете. Танцевал с Натальей Бессмертновой, с Мариной Викторовной Кондратьевой. Сюжет этого балета — это первая строчка стихотворения Теофиля Готье «Я дух той розы, что ты носила вчера на балу». Я видел миллион исполнителей «Призрака розы». Ни одного человека, который бы близко подобрался к идее, которую в этот балет закладывал Фокин, нет. Я не видел Нежинского, потому что с Нежинским нет никаких кадров. На дух только Марис Лиепа. Я очень долго пытался что-то сделать. Для меня это не просто эталон дела. Ближе никто не подошел к этой музыке, к этой теме, к этой строчке стихотворения. Действительно, воздух, аромат. Аромат, который обволакивает эту девушку. Я видел гораздо более удачно сложенных танцовщиков и обладающих более сильной техникой, нежели Лепа, но и аромат они не несли. Его сила. Энергетика этого идущего, это было здорово.
таких прецедентов, как, допустим, «Крас Лиепа», практически не было. В «Союз печати» это продавалось. Я уверен в том, что это был самый замечательный период в его жизни. И он мне всегда говорил, что жезл не может мастера Юрия Николаевича Григоровича. И я счастлива, что моя творческая жизнь прошла именно под руководством этого выдающегося мастера. Я станцевала спектакль. В душе поселился крас. Думаю, что мы, это где-то было от природы тоже заложенным. И он в этой роли. Несмотря на вторичное предупреждение комиссии. В связи с потерей квалификации на основании решения конкурсной интерпретационной комиссии Лиепа снят с репертуара, в том числе с балета «Спартак». Если же авторы фильма считают необходимым показать Лиепу в роли Краса, они несколько лет назад с участием Лиепы.